他不给看我看。Привет! Слышишь, что происходит в этом розовом домике? Кто-то плачет? Работай. Голубой щенок! Там кто-то еще есть? И пустая тарелочка. Вы проголодались. Кто тут за ними присматривает? Я. Большой розовый медведь. А почему ты их не кормишь? Машина, которая ездит в порт за едой, сломалась. Смотри. Похоже, колеса заклинило. Мне нужны инструменты. Мы с тобой все починим. Спасибо! Здесь все, что нужно. Молоток. Отвертка. Плоскогубцы. И гаечный ключ. Попробуем починить. Получается. Осталось починить последнюю переднюю ось. Болты закрутим отверткой. А здесь подтянем гаечным ключом. У нас все получилось! Ты знаешь, что когда гладишь кошечек за ушком или по шейке, они мурлычат? Ура! Грузовик привез обед! Сейчас посмотрим, в каком контейнере что лежит. Красный контейнер, зеленый контейнер и желтый контейнер. Ура!
как много угощения! Давай посмотрим, кто что будет кушать. Для кошки рыбка. Сыр. И сливки. Для щенка бифштекс. Куриная ножка. Целая курица. Что еще у нас осталось? Банан. Яблоко. Арбуз и лимон. Что это такое? Правильно, фрукты. Кого ими угостим? Меня. Держи, Мишка. Приятного аппетита. Какие мы с тобой молодцы. Всех накормили. А ты любишь кормить свои игрушки? Напиши мне в комментариях. Увидимся в следующий раз на канале Капуки-Кануки. Пока! Вау!